Агроном в каждый дом. Уважаемые садоводы и огородники, для того, чтобы выращивать томат в теплице, высевают в третьей декаде февраля, первая декада марта. Если вы будете выращивать томат в открытом грунте, то тогда высевают в третьей декаде марта, первая декада апреля. Семена, которые прошли предварительную подготовку на семеноводческих фирмах, имеют цвет зеленый, голубой, бирюзовый. И обычно они шлифованные. Если мы берем семена, вы их сами собирали, тогда семена отсортировываем по плотности в 3% растворе соли. Берем столовую ложку соли на литр воды, разводим в теплой воде и опускаем туда семена. Семена, которые имеют схожесть, осели на дно, а которые всплыли, они обычно щуплые, эти семена не всхожие. Их сливают. После солевого раствора обязательно промываем проточной водой. После того обрабатываем в 1% растворе марганцовки. Для этого берут 1 грамм марганцовки на 100 миллилитров воды. Раствор получается темно-вишневого цвета. Опускает на 20 минут. После того, как обработали марганцовки, семена имеют такой темно-коричневый цвет. Это говорит о том, что они прошли уже обработку. И точно так же промывают. После этого семена можно обработать регуляторами роста. Семена, промытые проточной водой, опускают раствор регулятора роста. И в зависимости от инструкции семена обрабатывают в течение 8, а иногда и 24 часов. Если вы будете высевать семена томата и выращивать без пикировки, тогда желательно томат проращивать. Вот у нас обработанные семена. Мы берем салфетку, складываем ее 4 слоя. Намачиваем водой и раскладываем эти семена по поверхности салфетки. Салфетка должна быть хорошо увлажнена. Чтобы влага не испарялась, желательно вот эти семена накрыть какой-то крышкой. И через 24 часа 48 часов должны появиться росточки. Высевают, когда длина росточков должна быть не более размера семени. Длина семени у нас составляет 4 мм, поэтому чтобы длина росточков не была больше 4-5 мм. Почвенная смесь для посева семян готовится за несколько дней. Для этого мы берем обыкновенную почвенную смесь, состоящую из зерновой земли, одна часть перегноя, одна часть торфа. И добавляем 1/4 или даже 1/5 часть песка речного. И затем на ведро почвенной такой смеси добавляется стакан золы и тоже перемешивается все. Если мы будем выращивать без пикировки, то можно еще в эту смесь добавить минеральное удобрение. На ведро смеси добавляю столовую ложку сложного минерального удобрения, содержащего азот, фосфор и калий, и обязательно микроэлементы. Это бор, молибден, медь, марганец, магний, которые необходимы для роста и развития томата. Чинную смесь проливаем горячим раствором марганцовки за 2 дня до посева. На следующий день поливают фунгицидом. Томат сильно болеет черной ножкой, и если почва заражена, ваши всходы могут погибнуть. День посева почвенную смесь еще раз дополнительно перемешиваем, выравниваем. Можно наполнить вот такие стаканчики почвенной смесью. И в этих стаканчиках высевать семена, которые у нас пророщенные. То есть мы их будем выращивать без пикировки.
такой планкой, делаем углубление на выровненной поверхности почвы на глубину до 1 сантиметра. Здесь я высею 4 сорта, поэтому каждый рядок я подписала своим номером, и где-то в своей посевной тетради я отметила, что этот номер соответствует данному сорту. Беру по одному семени и раскладываю рядок через 0,5-1 сантиметр. Горшок высевать пророщенные семена. Тоже почва должна быть увлажнена. Делаем такие углубления до 0,5 сантиметра. И можно высеять 1 или 2 семени. Ну, мы высеем 3, одно посередине, а эти 2 как бы в стороне, чтобы потом мы могли эти семена взять и куда-то пересадить, которое посередине, оно будет расти. В своей практике я часто делаю так. Вот эти рядочки орошаю немножко водой с регулятором роста. Семена томатов заделают на глубину 0,5-1 сантиметр. Ящики и стаканчики укрываем укрывным материалом, пленкой и ставим в теплое место. Температура, и сверху вот пленкой будем закрывать. Температура для появления всходов должна составлять не менее 20 градусов. Днем и ночью тоже около 18. При температуре 24 градуса вот пророщенные семена должны у нас зайти на третий день, а непророщенные обычно всходят на 5-6 день. Как только всходы появятся, ставят всходы ближе к окну. Или если в феврале месяце высеваем, то включаем лампы досвечивания. Но температуру понижаем днем на 5 дней. Днем температура должна быть где-то 14-16 градусов, ночью до 12. Проходит 5 дней. Температуру опять повышают до оптимальной для томата, до днем до 20-22 градусов, ночью не ниже 16-18 градусов.